Якуб Чанышев – герой сразу трех войн – двух мировых и гражданской. Один из двух советских генералов-татар времен Великой Отечественной войны. Он родился в 1882 году в татарской деревне Тукаево Уфимской губернии. Работал истопником в школе, где подслушивал уроки и получал знания после Казанское военное училище. Окончив его в 20-х, в составе стрелковой бригады, сформированной преимущественно из татар, уже подавлял восстание группировок басмачей в Средней Азии. После встречался с Лениным и обсуждал создание ТАССР. В 24-м вернулся в Казань и стал командиром 1-й Казанской дивизии. На этих уникальных кадрах его воспоминания, как в Казани устанавливалась советская власть. Первые совещания большевиков в Казани, где Виктор Александрович прочитал телеграмму Владимира Ильича Ленина, где было сказано: полное недоверие, никакой поддержки временному правительству. Великую Отечественную войну прошел от первого до последнего дня. Начал под Москвой, закончил в Берлине. За храбрость и умелое командование получил 22 ордена и медали Советского Союза, 4 польские награды и высший орден США, орден Легион Почета. Свою жизнь он не представлял вне татарского народа, его культуры и традиций. Любил поэму Кулгали Кисаи Юсуф, музыку Сайдашева и почитал талант Галии Кайбицкой.